Всем доброго времени суток. Предлагаю вам приготовить вот такую специю. Это паприка. И сделана она из того, что мы обычно всегда выкидываем. Здесь у меня перегородки, семена и попочки перцев. Плодоножку мы отрезаем и выкидываем. Вот она нам точно не нужна. Далее помельче нарезаем семенные коробки, перегородки и... Все это дело мы отправляем в сушилку. Сушилось у меня 4 часа при температуре 60 градусов. В высушенном виде отправляем в кофемолку и перемалываем до нужной фракции. Я обычно перемалываю импульсами в 10 секунд. Ну, наша приправа готова. Готовьте с удовольствием, и пусть вам будет вкусно. Всем пока-пока!